Итак, дорогие друзья, поднять четверть тонны ради 400 граммов олимпийской медали. Он остановился в шаге от пьедестала на соревнованиях в Лондоне. Что чувствует спортсмен, когда медаль уплывает из рук? Итак, сегодня в студии тяжелоатлет Андрей Диманов. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Наверное, вам наскучило уже, да? Вот надоели уже такие вопросы. Что чувствует спортсмен? Добрый вечер. Это у вас аллергия? Я просто хотел спросить сразу. Или это у вас что, вот эти бугорки? Что это? Это аллергия у вас? Да нет, вроде бы. Ну, какие бугорки спрашиваешь? Ну вот у него все это фактурно так. Это, ну, красиво. Наверное. Я про медаль, про высокое. Он, наверное, настоящий мужчина вот так и должен быть. Не как я, жижа такая вот. А вот именно вот так вот. Ты себя все время ругаешь, слушай, ты какой-то уже... Я самокритичен. И, кстати говоря, раз от разу ты выглядишь все лучше, благодаря спортзалу или нашей программе. Я сейчас должен косметику рекламировать какую-то, да, вот это отбивать контакт. Итак, господа, дорогие друзья, достижения Андрея Диманова. Чемпион России 2011 года, многократный призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира в толчке, чемпион Европы 2011 года и чемпион Универсиады 2011 года. Вот кто сегодня у нас в студии. Это замечательный спортсмен. Очень хорошо, что вы пришли сегодня к нам. Мы рады вас услышать и рады поговорить о том, что происходило тогда во время Олимпиады, ну и о многом другом. Я знаю, что, Андрей, вы сейчас 3,5 часа добирались до нас. Ну да. Как так получилось? Почему? На лыжах? Нет. Ну, получается, бегом? Мы сейчас на учебно-тренировочных сборах находимся в городе Зеленодольске. А что, в Казани не нашлось места для ведущих спортсменов? Ну, у нас там база, как бы. А, у вас там база. Республиканская. Волга, да. Болгария. Нет, в Зеленодольске. В Зеленодольске, но она как-то называется? Маяк. Маяк. Ну, она лыжная раньше была, сейчас она больше под тяжелую атлетику. Вот, и я сделал процедуру сегодня, выехал оттуда и попал в пробки, и мне пришлось отцом идти пешком до сюда. Да что вы говорите? Да, это такие пробки сейчас у нас, да, господа? Да, такая прогулка получилась. Да, и так навстречу люди идут, и такие... Шарахаются, потому что, друзья, надо видеть нашего сегодняшнего гостя. Сколько килограммов вы сейчас весите? Я сейчас 107 килограммов. 107 килограммов? Это 107 килограмм мышц, обращаю внимание, не сало, как на мне, а 107 килограмм мышц. Встретишься вот так в темном переулке, сам отдашь все. На тебе телефон, на тебе стучат машины. Да, вытаскивай, давай, давай. Не, сейчас светло, я не боюсь. Но мы с Андреем поделим, между прочим. Но хулиганы обходят стороной, наверное, вас. Ну, слава богу, как говорится, я не люблю вообще конфликтных ситуаций, стараюсь их избежать, и дай бог, чтобы их не было. В последнее время ничего такого не случается, как бы. Я тоже не представляю, какая может быть конфликтная ситуация вот в вашем случае. Ну какая? Всякое бывает у нас. Ну какая там, вам сигналит и говорит, так, давай с дороги, ты, давай с дороги. Да, а потом в окно такая бицепс такая. Ничего, стойте. А может произойти такое, что вот там кто-то что-то сказал там из машины соседей, Андрей такой, Диманов вышел такой, значит, взял ее, значит, так. Ну, есть же машины с двумя глушителями, то есть удобно же так раз, так взял, так ее приподнял, и так в сторону так. Нет, я почему-то вижу эту картину просто, да, автомобиль поднимаете вы? Ну, мы вдвоем поднимали. Вдвоем? Одна девушка застряла, да, мы мимо шли, попросила нас помочь, вот, и мы с другом шли, с Геннадием Муратом, он тоже чемпион универсиады, вот мы вместе выиграли в Китае. Мы ее вытащили. Я на еще полчаса сидел и заикался. Нет, она знала просто, кому обратиться и в каком месте застрять. Сейчас два чемпиона пойдут, дай-ка я застряну. Ну да, и у них такие футболки еще так недорого, вытаскиваем автомобили. Такие, знаешь, не, у них написано «Россия, чемпионы». Когда начинается снегопад, в городе появляются два крепких парня. Эта романтическая история закончилась каким-нибудь продолжением? Человек женат, ты сейчас на что его провоцируешь? Я не знаю, пока еще женат ли он. Мы просто проходили мимо и... Ну, у нее проблемы, она не знает, что делать, ходит вокруг машины. Вот мы помогли быстренько и пошли дальше. Прям реально подняли и вытащили, я что-то не представляла вот эту картину. Какой автомобиль был? Может, это АК? Да, там... И мы зря тут вообще эти вопросы задаем. Део Матисс, что ли? Но все равно там... Но небольшая. Килограмм, не знаю, полтонн, наверное, 200, все равно, там же железо. Ну да. Хозяйка 102 килограмма, опять-таки. Но она вышла. Ее просто лишний раз туда. Нет, она не вылезает, потому что обратно влезть тяжело. Андрей так буднично рассказывает об этом, но я представляю, вот свою машину, у меня вытаскивают машину два человека. Это, конечно, какие глаза у меня будут после этого. Но вы автограф дали девушке? Нет. Или она даже не поняла, с кем связалась? Села в машину и от греха давай вперед. Поняла. Вот, скажите, пожалуйста, в жизни, кроме этого, приходилось еще силу применять? Вот какие-то, мы начали о конфликтной ситуации говорить.
Ну, я миролюбивый такой человек. Ну там Жек прийти, что 5000 за месяц, вы что там? Это не было такого. Там раз. С вами, наверное, просто предпочитает не связываться на самом деле. Ну да, я как бы тоже такой человек, что я не стараюсь показать там, что во мне там много сил и что-то еще. Ну, скромный, можно сказать. Да, это видно, кстати. А, дорогие друзья, пожалуйста, звоните нам по телефону 292-102-8. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Уникальный гость сегодня у нас в студии. И кроме того, в соцсетях. Да, это... ВКонтакте. Можно задавать, там есть уже два вопроса. ВКонтакте, в группе «Любимого радио». И кроме того, ВКонтакте, Facebook и Twitter, ITV, ITV 16 Sport. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Вы уже довольно много задали. Реклама. И сейчас реклама. Да. Продолжаем. Я напоминаю, форум «Свободы» 292-102-8. Вы можете задавать вопросы, как это делаем мы с генеральным директором телеканала ITV Айгуль Мирзаевой, нашему именитому, не боюсь этого слова, спортсмену Андрею Диманову, который сегодня у нас в гостях. Да, тяжелоатлет, участник Олимпиады в Лондоне сегодня у нас в гостях. И первый вопрос, который мы хотели бы задать, безусловно, следующий. Знаете, Андрей, многие СМИ после вот Олимпиады, после вашего выступления писали, что Андрей Диманов завоевал в Лондоне деревянную медаль. Вот такое выражение, деревянную медаль. Писали также, что в шаге от победы, от бронзовой медали. Вот не обидно такое определение? Не обидно вообще такие вещи читать в интернете? Ну, это можно так назвать, потому что тут подобрали такое сравнение, потому что я результат медалиста показал. То есть 407 сумма, это была лучшая сумма за весь олимпийский цикл, который проходил с 2008 года. А чемпион прошлой Олимпиады 406 набрал в сумме и выиграл Олимпиаду. И то есть этот результат, так сказать, давал 99,9% медаль. Угу, угу. Вот, и все так думали, то есть мне... Все так думали, вы так думали? Да, то есть... Вы же сами так думали, вы помните, когда... Господа зрители, вы помните этот момент? У нас есть звонок, я прошу прощения, Андрей, давайте примем звонок. Что за срочность такая? Вот этот момент, я тут начал представлять. Давайте звоночек послушаем. Давайте послушаем звоночек. Алло, добрый вечер, зовут вас как? Добрый день, добрый вечер, зовут меня Рафис. Рафис, здравствуйте, Рафис. У нас студия Андрея Гуль. Вы можете Андрею вопрос задать, любой. Да, я Андрей, здравствуй, я его давно знаю. Я ему хотел вопрос задать. Андрей, что тебя сподвигло заниматься именно этим видом спорта? Где ты это начал и кто у тебя был твоим тренером? Все, спасибо большое. Итак, кто, можно снимать наушники, кто первый тренер, когда начал вот это все, то есть начало? Я начал в 12 лет заниматься тяжелой атлетикой. Это рано или поздно? Ну, это такое... Сейчас, потому что, помните, нас слушают пацаны, для которых есть кумиры, и кто знает, может, он вот, 12 лет, это нормально. Ну, это такой оптимальный возраст такой, не сказать, что рано, не сказать, что поздно. Такой оптимальный. Ну, можно было чуть раньше, конечно, но, допустим, у меня друга 6 лет отец начал тренировать. Ну, это рано, мне кажется. Они потом вырастают с ростом? Конечно, это на рост, что там начинает влиять, это все... Сказки. Да, сказки, предрассудки. Ну, как же они же... тяжести поднимают. Ну, они тяжести поднимают, но вот я просто на своем примере, на своих глазах видел, допустим, у кого были искривления позвоночника, какие-то проблемы со здоровьем, и вот за счет тяжелоатлетики они как бы выправились, стали такими красавцами, можно сказать, набрали вес, накачали мышцы. Вот, то есть в это давно уже никто не верит, и все осталось в прошлом. Первый тренер? Первый тренер у меня Юрий Иванович Голубев. Он в Челнах как бы сам раньше тренировал. Отношения поддерживаете? Он умер в 2005 году. Извиняюсь. Вот, царство ему небесное. Вот, а мы начинали тренироваться в городе Болгар. Мы тренировались в подвале районного отдела. Все через это прошли. Все прошли через подвалы. Вот, когда там бросали штанги, к нам приходили там милиционеры дежурные, говорят, не шумите туда-сюда. Мы старались там, ну, даже не бросать, а когда там подняли, на себя потихоньку опустить, положить, чтобы к нам особо претензий не было. Вот. Вот так вот, и в таких условиях выковываются. У меня как бы гибкость природная как бы была, и тренер увидел во мне предрасположенность какую-то, что я могу там поднимать большие килограммы. Андрей, простите, как гибкость и большие килограммы, какая связь здесь? Ну, для штанги нужны не только мышцы, а нужно сочетание, как бы и гибкость, взрывная сила, потому что у нас скоростно-силовой вид спорта.
То есть там, если одной силы мало, там одной гибкости тоже мало, все должно в комплексе быть. Ты, кажется, со стороны вроде поднял и все, а на самом деле это упорный труд, это по 3-5 часов в день тренировок занимает, то есть практически целый день. Но вот когда сидим на сборах, в режиме проходит в рабочем порядке. Свободные минутки, можно сказать, нет. Вечером она наступает, но уже пора ложиться спать. Может, к Олимпиаде вернемся все-таки? Давайте вот вернемся к Олимпиаде, да? Мне кажется, я сейчас договорю, сейчас могу, да? Давайте договорю, расскажу эту сцену. Просто во время того, как показывали, когда показывали Олимпиаду, можно было видеть как раз вот этот момент, когда 99,9% медаль практически уже вот тут, уже в кармане. Точнее, уже все, разливали уже все. И Андрей, он кинулся прям вот к штанге, да? К штанге. Начал, ну, начал ее целовать, конечно. Начал ее целовать, обнимать, говорит, молодец. А нет. А нет, уплыла медаль, да? А все-таки деревянная. Почему? Ну да, ну не знаю, оказался, значит, соперник готов так же, как я, но он чуть легче весом был. Ну это нормально, вот, ну что там 500 этих граммов, 560, на 560, ну это нормально, нет. Речь идет о 500 граммах, дорогие друзья. Как бы, ну есть смысл вот в этом или нет? Ну, я не знаю, но в борьбе в таких случаях по две медали дают. Ну, после взвешивания не было мысли там побегать, согнать немного? А зачем? Там все весят больше намного, чем 94. И к соревнованиям подгоняют вес, получается. Вы 94 килограмма тогда весили? Да, до 94. До 94. Вот, я весил, если не ошибаюсь, 93,850. То есть вот так спокойно можно десяточку туда-сюда набрать? Ну, не десяточку, но 5-6 килограмм это стабильно. Ну, сейчас вот сказали 100... Нет, сейчас я перешел в другую категорию. Сейчас 107 килограмм? На подготовке я весил 98-99 килограммов. То есть, чтобы справляться с нагрузкой, чтобы восстановление шло нормально. То есть, запас веса должен присутствовать. Ну, понятно. То есть, там похудеть вот такие вот вещи? А там вот потихоньку, вещи... потихоньку диета, да. Но он взвесился легче, получается. И вот это все решило? Но это повлияло на ход борьбы. Это изначально, то есть ему я поднял, ему на килограмм больше надо идти. И он поднял, получается, 226, а в рывке я больше его поднял на килограмм. И собственный вес решил, итог медали получился. Вот у нас скажите, пожалуйста, сборной, а все-таки тоже... вот эту цифру, какой вес тогда вы подняли? 225 килограммов. 225 килограммов, дорогие друзья. 225. Страшно представить даже, сколько это. Я хочу сразу, можно вопрос очень жесткий в лоб? Допинг присутствует в вашем виде спорта? Допинг, ну сейчас это, как говорится, на растительном все уровне, можно так сказать. Все идет из Китая, сейчас специальные капсулы, такие растительного происхождения, которые не ловятся на допинг-контроле, а... Ну, у нас, мы, у нас же, конечно, потому что часто, нас часто проверяют, нас практически каждую неделю проверяют на допинг-контроль. Ну, это что, витамины, что это, минералы какие-то? Ну, вот надо именно витамины, минералы, всякие различные, там, эгдистероны, это растительного происхождения, которое повышает там тестостероновый фон в организме. Ну, в общем, это целая наука. У нас очень большие средства уходят. Есть у вас какой-нибудь там этот таблеточник, не знаю, специальный в команде? Ну, у нас доктор, как бы, сборный, он получает аптеку, которая, как бы, выдается в Москве. Потом в ФМБА. Вот, потом мы как бы докупаем тоже, что нам не хватает. А не страшно так, что-то не то раз, и все, и допинг. И прощай, ну, спортивная карьера. Как говорится, что-нибудь не то подсунут? Нет, как говорится, все давно проверенное. Да, животный жир туда, животный протеин какой-нибудь примешают, я не очень специалист. После каждых соревнований, допустим, там делаем перерыв, специальные препараты для вывода, да, из организма этого всего, чтобы обновлялось все. Андрей, вот, кстати говоря, не сказывается на каких-то других функциях организма вот применение всех этих разрешенного так допинга? Так и скажи, потенция, так и скажи. Абсолютно не скажу. Так заходишь так скриво. Я думала о голове. А что в голове? А ты думаешь, а что может происходить с головой? Абсолютно не сказывается, даже... Но... Жена довольна, в общем, вот так скажем. Ну, конечно. Отлично. Не, ну вот раз от разу, да, раз что от Олимпиады к Олимпиаде. Ты так говоришь, ты его начал, а тут... Я не об этом, да. Растут все-таки результаты, все время вот эти, теперь 225 килограммов. Есть ли предел? Есть ли предел? Будет ли у нас Олимпиада, когда вы, тяжелоатлеты, сможете поднять, ну, не знаю, полтонны вообще? Нет, такого не будет. Это реально? Нет. Ну, 225 когда-то тоже не было, 30 лет назад это не было реально. Ну да, там поднимали 150 и думали, все, предел. Это благодаря чему все происходит? Я не могу понять все-таки.
Ну, это... Чудеса, от чего зависит? От этих допингов, от этого допинга из Китая или от каких-то нанотехнологии, вещей? То есть медицина тоже не стоит на месте. То есть все развивается, движется вперед. Но большого скачка 100% не будет, я могу сказать. Могут там поднять на 10, на 15 килограмм максимум там выше там, мирового рекорда. Ну и то это обычно на полкилограмма, на килограмм больше поднимают. Вот. А так, такого скачка не будет, потому что человеческий предел, он как бы тоже существует, да, и полтонны такого не будет. Даже не поместится на штангу столько, там все продумано. Кроме вот препаратов, это какая-то диета, это что, как питается вот человек, который профессионально занимается тяжелой атлетикой? Ну, это постоянный режим. Это, то есть, просыпаешься, зарядка, после зарядки завтрак. Завтрак что там? Там каши? Там, ну, я каши не ем, я от них сильно очень вес набираю. Допустим, творог. Белок исключительно. Да. Подождите, я буду записывать. Творог, яичница, мясо. Мясо курица, курица, да, Андрей, птица, ну, наверное, либо это все протеин, то есть вот этот белок, он, наверное, на завтрак, обед, ужин, да? Ну да, получается. Как это допустим, кремлевская диета. А иногда хочется селедочки, да? Так это тоже белок, это можно? На обед какой-нибудь бульончик, кусочек мяса отварного, ну это как я вот готовился к Олимпиаде, я чуть придерживал, и на ужин какой-нибудь кусочек мяса без гарнира, без хлеба. Там, без огурчика? Мне нравится лимона. Диета. Мясо. Подождите, а вот овощи, но, потому овощи что мясо можно нужно... употреблять? Овощи? Ну, мясо с овощами, да. Хлебушек уже нельзя? Нет. То есть макароны нет, пироженки нет? Нет. Пироженки вкусняшки нет. Всякие, конфетки всякие? Ничего нельзя. То есть сахар вообще вычеркивается? Исключен практически. А чай вот эти, вот тонизирующие напитки, это можно? Ну, это да. Это да. Я думаю, после Олимпиады вы оторвались, наверное, Андрей. Ну да, я в Макдональдс ходил. Я представляю эту картину так. У нас был Макдональдс в Олимпийской деревне. Банкет был праздничный. А после Макдональдса потом мы еще с моим другом Ивановым Александром, он второе место занял, пошли к его родственникам в гости в Лондоне. Они в районе Челси живут, нас пригласили. Вот, и мы пошли в гости, нас там домашней лондонской едой откормили. И какая же, слушайте, интересного? О, нам там ребрышки, но нам сделали, как бы, они русские, а живут в Лондоне, получается. И вот нам ребрышки там, ну, отварили, очень вкусно. Ну, водочки сделали. Налили вам? Водочки нет, виски. Ну, по-английски, да, о чем я спрашиваю. Плюс 21, да, плюс 21. Английский-американский. Дорогие друзья, давайте вернемся к Олимпиаде. Давайте еще вспомним тот момент, когда у вас была вот это, вот когда судья не зафиксировал вашу попытку, вот этот момент, да? Там вот такая, ну, не трагичная, слава богу, ситуация была, она такая полу, да, когда у вас локоть, когда у вас рука едва не сломалась. Это правда, да? Ну да, я до сих пор лечу, как бы, эту травму. Я сначала сам не почувствовал, то есть у меня... можно назвать состояние аффекта, что ли, было. То есть я не соображал уже, что делаю. Я чувствую, она наверху, представляю ноги, дают команду опустить, когда ноги только ровно стоят, как бы на одной линии. Я ноги приставил, и у меня боль в локте начинается, потом переходит в плечо. Я чувствую, но что сейчас что-нибудь может поломаться. Угу. Да, и я как бы, ну, я думал, что ноги прямые. И потом выкинул, думаю, засчитают, не засчитают. Потом не засчитали. Пришел, не засчитали, да. А мне показалось самому, что я выпрямил ноги. То есть я уже на повторе только, когда посмотрел, они у меня чуть-чуть были согнуты. Угу. Ну, как все тонко на грани. Да. Вот еще такой вопрос. Ведь соревнования — это еще и какая-то тактика. То есть некоторые веса пропускают, некоторые наоборот сразу начинают с какой-то невероятно, ну, сразу даже на 10 килограмм больше, чем все остальные. Вот кто определяет эту тактику? Когда включаться? Когда где-то приостановиться? Когда переждать? Кто это все делает? Ну, это тренерские задачи, можно сказать. Вы не участвуете в этом, то есть он вам говорит, все, пошел, сейчас накидываем, ну, 20 килограмм. Да, потому что там же система тоже, там кажется все просто, на самом деле нужно считать, сколько подходов до твоего выхода. Там вот эта вот вся каша, там кто-то перезаказал, кто-то снизил планку, ну, начального веса, допустим, либо, ну, просто... второго, третьего. Вот это вот, что вот это вот, нашатырка все время вот. А, там нюхают, да. Но я ее не нюхаю. Но бывает, когда... головокружение от тяжелого веса. Чтобы чаще дышать.
Ну да, она как освежает, но я ее не люблю. Освежает? Ну, потому что когда бывает. А вы что нюхаете? Я ничего не нюхаю, я так. Я энергетический напиток. Сейчас отдел по незаконному обороту сейчас такие все, так, так. О чем они там говорят? Дорогие друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы. 292-102.8, мы сейчас уйдем на рекламу. И продолжим. Да, и продолжим обязательно. И ваши вопросы обязательно зададим. Мы сейчас поступаем в Facebook, Twitter, ВКонтакте, все зададим. Ну, а мы возвращаемся. Итак, форма свободная, друзья мои. В среду здесь, на Бивраде, в пятницу на ITV. В 20.00 обязательно. Я смотрю, вы хорошо продаете нашу программу, вы молодцы. Вообще, столько рекламы. У нас, я тебе покажу, сколько за час до этого было рекламы, чтобы ты сказала, а что, как мало в этот час рекламы? Правда? Даже да. Было еще больше? Раза в три сейчас, вот в этом часе. Слушай, ты становишься непопулярен. Ты перестаешь быть популярен, ну ладно. Не пронтай. Да. Махмуд Аракаев с нами и тяжелоатлет, участник Олимпиады. Ваши Андрей вопросы Диманов. Сейчас будем озвучивать. Сейчас ваши вопросы, пожалуйста. Можно я первый? Можно я первый? Вот такой вопрос. Девушка спрашивает. Екатерина, такая романтически настроенная Вишнякова. Вы часто носите свою девушку на руках? Или такие нагрузки запрещены? Да ношу, бывает. Раньше. У вас девушка есть? У меня жена есть. А, вы женаты? Уже сколько в самом лет? Начале было сказано. Я год. Целый год. Вначале он сказал, когда мы еще не были в эфире, Махмуд, я все помню. Да. Да. Вы год всего лишь, да? Ну да, у меня сын родился, 3 месяца сыну исполнялось вчера. Все успевает. 3 месяца мы поздравляем. И жену таскать на руках. И, ну, да. То есть это сейчас, сразу месяц. После Олимпиады. Ну да, получается. Практически сразу после Олимпиады. Ровно через месяц после моего выступления на Олимпиаде у меня, ну, 4 августа впал, 4 сентября у меня сын родился. Да, хорошо, что не раньше. А то ведь глядя на дорогих мужей, которые так стараются, да, можно и... Или она не смотрела Олимпиаду, жена ваша? Смотрела, конечно. Она всегда следит за моими достижениями, выступлениями. То есть вот это вышеозвученное мяско и все такое, это она готовит вам, да? Ну нет, у нас на базе есть, ну, как говорится, питание, все для нас повара готовят. А так уже вечерком, допустим, прихожу, она нам тоже что-нибудь приготовит. А скажите, пожалуйста, вот в связи с этим вопрос вот у нас сейчас тоже задает Артемий Дофин ВКонтакте. А как вы относитесь к женской тяжелой атлетике? Запрещать. К вашим коллегам женского пола по спорту, как вы относитесь? Вот эти действительно сейчас вспоминали, да, Махмуд Акита когда же анекдот уже, неприличный. Да. Неприличный анекдот рассказал. Не, он приличный, давайте я расскажу. Анекдот очень простой. Как вопрос такой, вам не нравится собственная жена? Купите DVD-диск с выступлениями китайских тяжелоатлеток. Вот что скажет Андрей на это? Пользу, в защиту китайских легкоатлет. Ну, я не только китайский, в защиту всех тяжелоатлеток. Ну, выскажусь. Вот, это как бы... Их право заниматься тяжелоатлетикой, им это нравится, у них в этом деле получается, если, ну, достижения показывать, почему бы и нет. То есть понятно, что там мышцы, не мышцы, но, допустим, очень популярен женский культуризм. Допустим, это не так уж далеко друг от друга, хотя это абсолютно разные вещи, но девушки зарабатывают, допустим, себе там квартиры, машины, то есть они выделяются из толпы, а... Потом, как говорится, после спорта... Туристы они... зарабатывают машины, квартиры. Ну, Андрей. Тяжелоатлетки. А, тяжелоатлетки разве да, что, да, путем да, неимоверных я, усилий, скажем я, так. Я просто, ну, говорю про олимпийскую команду сейчас. То я есть про суперпрофессионалов. Ним... Да, я с ними просто... Ну, скорее всего, Андрей, ваша жена, она общаюсь. Очень миниатюрная, и вряд ли она похожа на этих китайских жена... тяжелоатлеток, о которых мы сейчас говорим. У меня жена танцами занималась. Танцами тем более занималась. То есть Андрей очень толерантен, но женщины все-таки себе... Брал хрупкую, стройную и красивую, Андрей, которая занималась танцами. Как вы относитесь к мужскому синхронному плаванию тогда? Да пусть плавает. Или к парному фигурному катанию мужскому, опять-таки. Два мужика там, да-ра-да. Они же все равно там все из этих... Но, вот знаете, вопрос еще к вам, да, 292-102-8, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сейчас вопрос Александра Михалева. Почему именно поднятие штанги? Почему не метание ядра, скажем? Что тоже могло бы случиться в вашей жизни, ну, если бы к вам пришел другой тренер? Ну, я много видов спорта перепробовал, как бы, да, вот, и, допустим, баскетболом чуть занимался, футболом, но чувствую, что все не мое, вот, и потом, ну, потому что я больше своих сверстников был на тот момент, вот, ну, и сильнее.
И мне, тут папа подарил чугунный люк. Мне нужно было что-то такое, чтобы... Ну, чугунный реально... люк, это который вот так вот поднимают в виде... То есть вместо гантелей. Но я сначала не хотел заниматься тяжелой атлетикой. Я хотел просто как бы культуризмом чуть-чуть просто, ну, подкачаться. Подкачаться, чтобы девочкам нравится. А потом меня тренер потихоньку... Мне просто все называли задухликом, поэтому он решил, так сказать, усилиться. Ну, не называли. Называли задохликом. Странно. Я маленьким никогда не был. И хрупким. Я 4200 родился только. Ничего то себе. Есть я большой ребенок родился. А и сейчас. А сын у меня родился 2550, но сейчас в 3 месяца он весит 6,5 килограммов уже. Набрал и даже хомячок уже, так сказать, перегнал. Есть, уже, да. уже перегнал. Уже в папу пошел. Уже в папу. Ну, да. Давайте вернемся к Олимпиаде. Очень, опять-таки, жесткое высказывание в адрес вашей команды. Нашей команды российской звучало в интернете. После выступления были такие комментарии. Бездарная работа штаба сборной. В таких случаях надо было идти ва-банк и вешать 226-227 килограммов. Я напомню, 225 взял Андрей. Тактика в штабе отсутствовала полностью. Это подтвердило и серебро Кашириной у женщин, как раз мы говорили. Вот почему не пошли ва-банк? Хорошо, давайте вот так спросим. Это справедливое высказывание сейчас? Это высказывание сделал точно не специалист тяжелой атлетики. Потому что какой ва-банк? Если я бы пошел 226, он бы пошел 227, мой соперник. То есть там он за мной шел. Вот, а думали, что 225 хватит. Тут хотя тоже с какой стороны подойти. Может бы 226, если бы я поднял, может он бы 226 не поднял. А может и я бы 226 не поднял и был бы вообще восьмым, грубо говоря. Если бы у бабушки был мужской бабушка. Еще одно мнение из интернета. Ну там все специалисты. Медаль его лишили те, кто непосредственно выводил на второе упражнение. Андрей сделал невозможное. 182 в рывке и должен был просто обыгрывать Иванова. Ведь он реально сильнее в толчке. На это его мог вывести только свой тренер. Вот здесь прям написано «свой тренер». Что думаешь? Ну, очень много разговоров насчет этого ходило всего. Но мой тренер, к сожалению, не смог поехать на Олимпиаду. В трех местах бумаги оформляли, а потом получилось так, что нигде не успели. И поэтому меня выводил как бы московский тренер и старший тренер сборной. А вы с ним до этого не работали? Нет, не работали. Ну, это все-таки сказывается как на подготовке, не знаю, тренер, на психологическом настрое. Ну да, и как бы там уже как бы рассчитывали, конечно, на Александра Иванова, потому что он чемпион мира. Вот, я чемпион Европы. Он результат чуть побольше показывал. Хотя на России мы практически одинаковый результат показали. То есть я на России 407 показал. Надо было ему подсыпать что-нибудь. Вот. Да нет, это я не такой. Вот, я считаю, это низость вообще. Это правильно. Так поступает. Такие вещи делать, да? Да, так. Давайте вспомним еще, что на Олимпиаде одним из ваших соперников был спортсмен из Ирана. Вы помните его фамилию или вам было не до того? Мухаммед Пурпуркаркар, что-то такое. Молодец, слушай. Но это действительно так. Саид Мухаммад Пуркаркарах, ребята. Вот так. Вы его как называли? Саидом, наверное, просто все. А вы вообще общаетесь? Вот идут соревнования, куча соперников, иранцы, там, болгарцы, не знаю, китайцы. Вы общаетесь как-то между собой? Вы же знаете друг друга? В принципе-то. Ну, мы с русскоязычными там можем еще. С казахами. Ну, с казахами, да, вот с Ильей Ильиным мы нормально как бы общаемся. Там казахи с Ивановым молодцы. Александром тоже, который вторым стал. А Мухаммад Саид. Да, 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 Саид. Они как-то ведут себя так, да, как по-звездному. Ну, хотя он призером мира был, бронзовым. Последнего чемпионата мира поднял приличную сумму, но. Меньше, чем я здесь, конечно, вот. И он как бы был таким очень соперником серьезным. Но отношений нет никаких. То есть вот не с ними там созвонить. Здорово, как дела? Ну да, да, руку можно пожать. Может быть, это есть такой фактор, знаете, давления психологического. Давление. Ну, я своим авторитетом давлю. Там, у всех свое, как говорится. А вы как давите на соперника? Образом, да. А я не стараюсь, я отношусь к этому проще. Я смотрю, как бы мне что-то смешно, что-то интересное. Вот это. Потому что я, как говорится, не первый год уже в спорте. Там фигушки не показываете? Опыт уже есть, вот. И
Допустим, у нас пример могу привести. Призер Олимпиады Клоков и Лапиков. Вот, допустим, один выступает, а у нас российские соревнования за ширмой проходят. И вот когда то начинает только штангу отрывать, тот кричит специально там что-нибудь, ну, сильно, за ширмой. Вот, это Клоков, в общем. И Лапиков говорит, я настолько привык, что меня ничем не испугаешь. То есть мне можно тут гранаты взрывать передо мной. Ничто не остановит вообще в моем толчке или рывке, как правильно. Ну и рывок, и толчок. Рывок и толчок, да? Скажите, у вас есть, скорее всего, какие-то приметы? Что-то предвещало, что вот такой казус случится? Что вместо бронзовой реальный... Там раз китаянка с пустыми ведрами пробежала. Пробежала мимо, булавка расстегнулась в ненужном месте. Но единственное то, что туда приехали, как бы я и нормально себя чувствовал, и как бы, ну, питание такое не особо было, то есть... Человеческой еды, можно сказать, там невозможно было найти. Такое все какое-то... Пластмассовое. Не для нашего, так сказать... Для вашего вида спорта? Вкуса. Ну, и не там для вашего вида спорта. Да, мясо какое-то не очень, в общем... Мясо не зеленодольское, не паслось вот тут вот на наших полях татарстанских, понимаешь. Это все может сказываться, безусловно. Ну да, у нас, не будем забывать, у нас все-таки экологически чистая еда, дорогие друзья. И тем более погода там постоянно пасмурная. Допустим, выходишь на тренировку, идет, ну, солнышко светит, все, часик позанимался, размялся, выходишь, уже дождь, все, на градусов на 10 похолодало, то есть вот это было как бы дико. А кто во время вот соревнований следит, там же по времени все как-то жестко, да. Кто следит за вот, секунометристом, есть какой-то специальный человек, давай, Андрюш, давай, быстрей. Ну, как бы это уже профессионализм, можно сказать, это все рассчитываешь, там говорят, это когда себе, идти, да, да, и минуту уже распределяешь как нужно. Вот это вот, когда стоят и смотрят вверх, о чем вы думаете в этом, о жене, о сыне? Ну, то да нет, там... Он встал, натер там все, попарил себя этой пудрой. Понюхал. Все, да, там это, ему дали понюхать ватку. Он встал, да, и вот надышался кислород, нагнал кислорода. Что в этот момент? Ну, стараешься сконцентрироваться, чтобы... Не думаешь ни о чем? Ну, а если в зале девчонки раз майку подняли, не отвлечет уже ничто? Вообще, когда особенно в форме хорошей, то есть выходишь и вообще никого не видишь. Потом, даже когда Саид Махмуд вот это пур-кур-кура. Ну, он может что-то другое видеть. И когда мы выступали в зале, министр спорта России присутствовал, Виталий Леонидович Мутко. Вот, и я только потом узнал. Но наш министр спорта тоже Бурганов присутствовал. И мне только потом сказали, что они пришли специально смотреть. Да, я вообще ничего не видел, я выходил. Ну, люди сидят, как бы полные трибуны. Конкурентов краем глаза вы все-таки, наверное, замечали. Ну, на разминке, да, мы же ходим там. Кто что может и кто что делает. Отдельная у нас как бы для разминки каждому помост, то есть мы отдельно от всех, а туда выходим и на нас уже... Ну, вы не закрываетесь, как ноги там раз закрылись полотенцем, там это все, не вижу я. Сконцентрироваться, да, молиться. Да, вы мне не нужны, я вас знаю. Мне кажется, молятся просто. Ну, нет, это то некоторые молятся, а так накидывают полотенце, чтобы мышцы не остыли. Потому что там холодно было в Лондоне. Вы ведь вот воспитанный Татарстан, вы выступаете за Татарстан. Слушай, Махмуд, давай прочитаем добрые пожелания как раз таки, потому что... Да, и перейдем, и перейдем к деньгам. Да, пожалуйста. Вот пишет ВКонтакте Елена Гайнудинова. Ух ты, Андрей, сегодня, жаль, пропущу, но от меня вопросик ему. Как часто ему удается бывать дома в Болгаре? И как на родине обстоят дела со спортом? Жив ли тот подвальчик, я так предполагаю? Участвует ли он в развитии спорта в Болгаре? Еще привет ему большой от Мадлен, от семьи Кощеевых. И мы за него болели, жаль, что победа сорвалась. И здесь же еще Диана написала: Андрюха молодец, очень горжусь, что лично с ним знакома. Вот, сейчас жена там поставилась как крик. Такая, дома будет разговор, что за Диана. Ну, на родине я практически не бываю, но когда я начал уже показывать какие-то результаты, ну, когда начинал свою спортивную карьеру, уже как бы открыли спортшколу в городе Болгар. Ну, такая... По тяжелой атлетике? Нет, вообще просто спортшкола, да. Но для занятий штангой там не такие хорошие условия. Но можно на первоначальном этапе начать заниматься, так сказать. Вы представляете только Татарстан, потому что многие и здесь, и там, и здесь призовые, и там призовые, и здесь. Да, здесь регионов. На стульчик сесть, там. Выступаю. Нет, я Казань-Москва выступаю. Вот вы тоже за два региона, да, выступали. За два вот региона. Вы как к этому относитесь? Что, я хорошо отношусь. А в Москве это за милицию, а в Казани за крыльцо? Нет, это именно регион. Как так получается? Казань-Москва. Потому что один регион не в силах большого спортсмена, так сказать, обеспечить полностью.
полностью. Все понятно. И в связи с этим... То есть, ну да, мясо только сколько съедает. То есть у нас нет таких, допустим, зарплат, как у игровых видов спорта. Ну да, хоккеисты там даже. Вот, и поэтому, допустим, параллельный зачет сделаю, чтобы легче было подготовить спортсмена, вывести, как говорится, на международный уровень. Чтобы медали приносил, так сказать. А помните, вот в связи с этим что-то мне вспомнился такой скандал. Помните, одной спортсменке после Олимпиады не выплатили премиальный? Да, вот где-то регион, были который... в Челябинске. Да, я слышал. Мне вот звонили, это... просили комментарий по этому поводу. Да, и как же вы... Что вы а я в это время летел в Ростов, в самолете был, только приземлился, сел в такси, и мне позвонили. Угу. Вот. Я как бы... А, мне еще сказали, что сумму... наш футболист Рязанцев да. из своего фонда... Из своего фонда миллион. Или половина это было, по-моему, половина все-таки миллиона рублей он выплатил. Да, вот что-то. Ну, молодец. Я сказал, что это поступок такой благородный, хороший. То, что, вот скажите, потому что у спортсмена век короткий, как говорится. Вот. И пока он в спорте, ему нужно, как говорится, заработать, чтобы потом от чего-то отталкиваться. В обычную жизнь. Да, пока мы зарабатываем деньги, помните, спортсмены часто, тренируются. Часто ли бывало в вашей жизни, как вот наше руководство относится к своим спортсменам, к своим воспитанникам? Вас не обманывали? Последнее время, ну, раньше была маленькая зарплата там. Ну, сколько? 1015, по-моему, да? Ну, раньше, да, что-то 1012 и... Ну, где-то в районе 17 тысяч. Раньше это 2 года назад. Нет, ну, года 3 назад. Да, года 3 назад было 12 тысяч рублей, ребят. А потом, как говорится, когда я стал чемпионом Европы, потом чемпионом Универсиады, там уже совсем другие деньги, как бы, и у меня параллельный зачет уже в Москву пригласили, взяли. То есть тут зарплата, там зарплата, то есть уже абсолютно другое отношение. Ну, вот. Кстати... Но я очень доволен, как говорится, нашим руководством. Потому что у нас очень большое уделяют внимание спорту, стараются помочь, как бы фармакологию частично тоже как бы покупают, выделяются на это средства отдельная, там статья расходов есть. Так что у нас все условия есть для подрастающего поколения, чтобы... Онкология только звучит зловеще. Я начинаю потирать руки, потому что мы сейчас перейдем к финансовым вопросам. Сейчас будет небольшая реклама. Небольшая. Ну, слушай, ладно. И после рекламы мы перейдем уже к деньгам. 2,92, 102 и... Мы сейчас все узнаем, всю правду о рэпе. Это не хоккеисты и не футболисты, и не волейболисты, которые скрывают... И про фармакологию. Да, свои... И про зарплаты с 10 нулями. Сейчас все узнаем, после рекламы. Форумы свободные, значит, среда. Ну что ж, друзья мои, я напомню, что мы сегодня в гостях, у нас замечательный человек Андрей Диманов, очень приятный собеседник, и Айгуль Мирзаянова, очень приятный собеседник. Да, на ITV это пятница, господа, кстати говоря, потому что в пятницу мы выходим в видеоверсию, вы можете увидеть эту гору мускулатуры, действительно тяжелоатлет. Это не про меня сейчас, Тяжелоатлет, участник Олимпиады, Андрей Диманов у нас в гостях. Ильшат во время рекламной паузы задал вопрос, сколько он получил за 4-е место и платят ли премиальные, на что потратил, самое главное. Вот давайте по порядку. Сколько за 4-е место? Айфон? Да нет. Айпад? Бери выше. Телевизор. Грамота. Рубин. Часы с дарственной надписью. Ну давайте, расскажите нам, все интересно. Ну, дали премию небольшую. Ну сколько? Ну, 4-е место, это тоже ведь немало, господа. Ну, вообще на Олимпиаде 6-ка ценится. Как говорится. Что это такое? И оплачивается. А, 6 мест. С 1-е по 6-е, да. Ну, мне как бы... Я думал, 600-ка, думал, что продают. Нет. Ну, мне выделили 500 тысяч рублей. Вот. Ну, с налогом получилось там 400 с копейками. Ну, да, не густо. Вот. Я думал, что... Все-таки платят за премиальные. Что с ними сделать, вот. И купил автомобиль. Ну, улучшил, можно сказать. Автомобиль. Да. Потратили на автомашину. Ну, да. У меня был старенький BMW X5, и сейчас Jaguar. Молодец. Вот Jaguar, это интересно. А какая модель? XF. Это очень красивый автомобиль. Хороший вкус у вас, Андрей. Спасибо. У паренька из Болгара, из подвала, с люком, как нам Махмуд рассказывал. Вот до чего, так сказать. Я считаю, что все должны ездить на хороших машинах, дорогие друзья. Очень любим мы это дело. Еще один, знаете, вопрос такой. Не знаю, расскажете или нет. По поводу того, что вы двухкомнатную квартиру еще получили от президента Миниханова. Это тоже правда? Да, конечно. Расскажите, пожалуйста. Эту квартиру мне президент подарил. Огромное ему спасибо еще раз хочу сказать, пользуясь случаем, за то, что я выиграл чемпионат Европы, который проходил у нас в Казани. 30 лет, более 30 лет не проводили соревнования такого масштаба на территории Российской Федерации.
Вот, а тут получилось в Казани, и как бы я местный выигрываю. Вот, мне прием устроили в кабинете министров, то есть у нас неофициальное общение было, чай пили, разговаривали. Ну, очень приятно. То есть, да, это как... И от Дмитрия Медведева айфон вы еще получили. Ну, это за универсиаду нас в Сочи собирали. Ну, символический подарок там, как говорится. Фотографии с президентом вместе с правами гаишникам отдаем теперь, да? Нет. Скажите, пожалуйста, ну вот интересный вопрос, знаете, такой. Мещанский, да. Да, мещанский. Что купили первым делом в квартиру свою? Телевизор, небось? Квартиру еще ничего не успел я купить. Что там, вообще ничего нет? Пустая стоит? Не въехали? Нет еще, потому что у меня не было абсолютно времени. Я после Олимпиады сразу на лечение уехал, а на Олимпиаду здесь ни один этап подготовки не проводился. То есть я был в Сочи, я был в Ростовской области, в Москве. Вот, и, как говорится, только-только добрался до дома. Сейчас очень много силовых, вот это пауэрлифтинги, вот эти парни, которые камни, там, вот это шары чугунные. На волосах. Да, там, да, самолеты двигают. Волосами люди поднимают. Это тоже целая индустрия, это тоже хорошие призовые. Не было как-то желания себя попробовать, потому что там отлично выступают. Я как-то одно время смотрел, мне очень нравилось. Литовцы, поляки там здорово шуруют все, там, американская команда неплохая. А наши как-то так вот. Но у нас из тяжелой атлетики ушел туда Михаил Кокляев. Да-да-да, Кокляев, такой веселый мужик. Вот, мужик, он темненький. Десятикратный, что чемпион России по тяжелой атлетике. Слушайте. Вот, и он ушел буквально через год, он начал показывать очень высокие там результаты, и уже как бы весь силовой экстрим, можно сказать, первое имя Кокляев. Ну да. Почему уходят туда спортсмены? Ну, потому что там деньги, вероятно, зашел. Он такой вообще шоумен человек. Ну да, он веселый. Творческий такой. А вы тоже вы пойдете, вот, ну, вот, когда вы закончите карьеру, как вы дальше хотите? Я даже пока не могу сказать, чем я буду заниматься после спорта. Ну, чем-нибудь буду, но себя я вот в силовом экстриме не вижу. Я вас вижу контролером в автобусе. Тоже вряд ли. Потому что, не, вот, представляете, просто человек улыбается. Это, знаете, как анекдот есть, когда Николай Валуев попросил, передайте за проезд, да, в автобусе ему передали все. Вот. Здесь будет примерно то же самое. В том числе и водитель. Да, Андрей говорит, ну-ка передали за проезд. Все. Вот значит, не надо, что вы. Да, ну, на самом деле, вы же сейчас готовитесь, наверное, к универсиаде, да? Следующая цель, она какая? Ну, долечить травмы, так сказать. И уже как бы, ну, начал потихоньку, пока готовлюсь, но уже... Что ближайшее? Готовка чемпионат мира, Европы, что ближайшее? Это универсиада ближайшая. Универсиада. В Казани? Да. Вы же посол универсиады, да? Наряду с певицей Дилярой Вагаповой и еще рядом неспортивных звезд, там, телеведущих. Вот вы как к этому тоже относитесь? Заслужили ли они? Ну, безусловно, спортсмены заслужили, да? Вроде бы и универсиада – это дело спортивное. А почему столько неспортивных звезд здесь? Это, я бы больше сказал, это политическое мероприятие. Здесь очень большие силы задействованы. Вот. У нас, когда была универсиада в Шэньчжэне, там даже Шувалов приезжал туда. То я есть... смотрю, вы так к политикам неравнодушны. Почему? У вас и министр спорта Мутко сидел на трибунах, вы все там все-таки заметили, да? Ну, конечно, этих людей раньше по телевизору только как бы видели. Андрей, но универсиады это ведь никакого отношения к Олимпийскому комитету не имеет. То есть, по сути, это соревнование можно проводить, я не знаю, училищеаду, там, ПТУ, НИАДу какую-нибудь. То есть, это же есть молодежные олимпийские игры. Вы, кстати, участвовали в молодежных олимпийских играх? Нет. Вы знаете, что они есть вообще? Есть юношеские олимпийские игры. Ну, вот, ну, молодежные, да, юношеские. Слушай, Махмуд, ну как можно такие вещи говорить человек, который выиграл универсиаду? Универсиады, это часть своей жизни на это положил. Ну, вы где вот учитесь? Вот это же студенты какие должны быть. Молодежь, там, 18-летние, сопливые какие-то парни должны быть. Не знаю, мне кажется. И тут здоровый Андрюха приходит, который участвовал в Олимпиаде, там, и будет с этими китайскими студентами, там, это. Потому что, кроме нас и Китая, это никому вообще, по-моему, не нужно универсиаду. Да я бы не сказал. Там, допустим, из Китая выступали олимпийские чемпионы на универсиаде. Ну вот я говорю, свежий. Китай и но Россия больше. Также в других видах спорта там никому. Вообще универсиада считается как олимпиада только среди студентов. То есть не забываем, есть официальные молодежные олимпийские игры под патронажем Олимпийского комитета. Универсиаду проводит там ФИСа, что ли, или как она называется? Амфиса? ФИСУ. ФИСУ. Что такое ФИСУ? Собрались какие-то ректоры, давайте там своих
Это как раньше был вот этот там Поволжский соревнование, потом еще облсовпроф. Я с вами не соглашусь, да. Потому да, что давайте, по масштабам, по своей значимости, это второе после Олимпийских игр спортивное мероприятие. Про молодежные Олимпийские игры все время забывайте. Молодежных не нет, молодежных. Хорошо. Зимой что было в Австрии? Что было зимой в Австрии? В этой зимой в Австрии были юношеские Олимпийские. У нас их даже по телевизору так начесом показали. Во всем мире это реально был ажиотажный интерес. Махмуд, так угомонись. Вот тебе спортсмен говорит, что это на втором месте после Олимпиады. У нас это специально было занижение. Ты где-нибудь вообще слышала, что проводятся юношеские Олимпийские игры? Нет, первый раз слышала. Потому что мы проводим универсиады, нам нужно раскручивать универсиады. Если бы не было у нас универсиады, мы бы эту молодежную Олимпиаду мы бы замучились смотреть. Да. Нам давайте Андрея послушаем. В таких объемах, что... Махмуд, давайте Андрея послушаем. Андрей, пожалуйста. Ну, насколько я знаю, это второе после Олимпийских игр спортивное мероприятие мирового масштаба. Ее называют еще Олимпиада среди студентов. Проводит не спортивная организация, проводит просто вот собрание серебряных. Это не так важно даже, кто проводит. Вы посмотрите, что к ней строится. Все объекты это должны да, быть. Это требования, как. А вы заметили, Олимпиаде? Как автопарк Казани поменялся? Я нет. С такого количества внедорожников нет ни в одной европейской столице. Дорогие друзья, нигде а сколько никто не покупает трехлитровый автомобиль. Строящийся стадион. Никто не ездит на автоматах. Вся Европа едет на этих опелечках. То есть ты хочешь сказать, что кто-то заработал на этом? Все заработали. Хорошо. Я заработал. Я не скрываю. Ты я тоже заработал? Я тоже. Ну, люди зарабатывают, люди отдыхают. Так, вы тоже заработали. Я одна не заработала на этом. Да ладно. Сядь, я чувствую. А, еще раз, давайте. Айгуль, не знаю, вы на какой машине-то ездите? Я извиняюсь. Послушай, при чем здесь универсиады? Сколько нужно работать генеральным директором ITV, чтобы купить такой автомобиль? Сколько лет? Так, давайте-ка, знаете что, к другому скандалу. Что ты меришь мой автомобиль с этим? Да, у нас, кстати, ты померяй автомобиль мой с автомобилем Курбана Бердыева и с теми скандалами, которые вокруг этой персоны. У нас буквально 2 минуты на эту тему. Да, у нас 2 минуты. Хочу узнать коротко мнение об этом скандале, когда одного из лучших тренеров России, не побоюсь этого слова, обвиняют в том, что он присваивает себе там какие-то откаты звучат и так далее, да? Целая скандальная история, что спортивный директор человек из криминальных структур тоже каким-то образом воздействует на все это. И, кстати, он освобождается сейчас, это отдельный пласт. Целая история, когда президент Миниханов вмешивается сейчас лично в этот процесс. Налоговики и полицейские сейчас проводят там выемку документов, что-то еще. Я не знаю, там идут проверки, в общем, все покрыто тайным мраком. Курбан Бердыев, как всегда, в глухой оппозиции, вообще ни одного комментария на он эту тему. Он никогда не был многословен, а сейчас тем более. А тем более сейчас он вообще какой там многословен, это даже не то слово. Я хочу узнать вот ваше мнение по поводу этого. Я вот считаю, что это, знаете что, да? Вот универсиада, как бьемся, какие деньги в это во все вкладываем. Случилось вот такой скандал на всю Россию, и ведь не отмыться, дорогие друзья. Мне кажется, это... Вот это для репутации Татарстана, вау! Перепил денег просто пойдет сейчас, и все сейчас поставят другого. Ты думаешь, из-за этого? Да, конечно, все устали смотреть, как человек пилит деньги. Надо делиться, Бог велел делиться, а ему его Бог... Что будет с футболом, если Курбан Бердыев уйдет? Да ничего не будет, все будет по-старому. Я сильно не интересуюсь. Молодец, ногами поэтому. Андрей, а хоккеем интересуетесь? Хоккеем тоже поверхностно. У меня сейчас маленький ребенок. Я телевизор не успеваю смотреть. А сына-то как зовут? Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Вы Андрюшенька сейчас заинтересованы. Ну да. И это правильно, кстати, дорогие друзья. И мы тоже, наверное, напрасно вот этим всем интересуемся, но хочется все-таки отметить тех, кто этого заслуживает. Итак, зрители спортивного телеканала ITV выбирают лучшего спортсмена Татарстана 2012 года. Кто эти люди? Это, безусловно, звезды спорта. Это Илья Никулин, Екатерина Гамова, Роман Шаронов, Максим Михайлов, Василий Мосин. Всего здесь 10 номинантов. И все, кто наиболее ярко проявил себя в уходящем году. Они находятся там, на нашем сайте. Пожалуйста, голосуйте. Вам надо отправить сообщение с кодовым словом ITV и фамилии спортсмена на смс номер 5065. Все подробности на нашем сайте. Голосуйте за любимых спортсменов. Лично я буду теперь голосовать за Андрея Диманова. Даже если вы выдвинетесь, знаете, в президенты и возьмете вот такой вес, я буду за вас. Вот такой вес, это было красиво показано. Андрей, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Айгуль Мизаяновна стала жать руки мужчинам. Это что-то новенькое в нашей программе. Ты все замечаешь. Это была форма свободная, друзья мои. Всем хорошего настроения. В пятницу встречаемся на телеканале ТВ. До свидания.